Ну слушай, админ, я даже не знаю, я вообще не уверен в этом. Ну блин, компот, ну как мне еще тебя попросить? Что мне еще тебе сказать? Пожалуйста! Эта алмазная деревня без админа и дня не продержится. Я улетаю на 4 дня и вернусь еще не скоро, понимаешь? Поэтому этой деревне срочно нужен админ. Окей, я понимаю, какой-то там алмазной деревне нужен админ. Ну а я-то что сделаю? Я же вообще не админ, я же вообще ничего не умею. Спокойно, компот, ты приедешь, там тебе алмазные жители всему научат. Я бы и сам проадминистрировал эту деревню, но я не могу. Ладно, но у меня креатив-то будет? Вообще, по-хорошему, у всех админов есть креатив, но у тебя его не будет, потому что креатив вещь серьезная. Ладно, хорошо, сейчас с подписчиками посоветуюсь. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. И в мою деревню жителей пришел админ. Да, админ Майнкрафта. И говорит: Компот, пожалуйста, стань на пару дней админом алмазной деревни. Я говорю: какой еще алмазный деревень? Что происходит? Он мне говорит: я там куда-то уезжаю на 4 дня, и некому следить за алмазной деревней. Оказывается, представляете, в Майнкрафте есть какая-то алмазная деревня. Ну, я сомневаюсь, потому что, блин, работа админа очень серьезная, нужно следить за порядком, за всем-всем-всем. Вот как вы думаете, ребят, прямо сейчас напишите в комментариях, стоит ли мне становиться админом алмазной деревни? Давайте-давайте, пишите в комментариях, я пока что проверю ваши комментарии. Становись, становись, не становись, становись. Короче, я понял, ребят, вы за любой дверь. Видишь, поэтому... Ладно, пойдемте сообщим ему мое решение. Короче, админ, давай, пусть будет, что будет. О, компот, спасибо огромное. Тогда машина ждет тебя. Езжай в алмазную деревню. Сейчас тебе скажу координаты. Какая машина крутая, как... Какая-то. И вот на такой машине ездит админ? На такой машине едет только админ алмазной деревни. Ну, извини, компот, админ и не президент, у нас нет личных водителей и комфортных машин. Ну да, я понимаю, потому что президентов нет креатива, а у админов есть креатива, админы летают как хотят. Ладно, окей, хорошо, давай координаты. Все, компот, скинул тебе в ВК, удачи! Ладно, давай, хорошо, посмотрим, что можно сделать. Так, ребята, в общем-то, админ мне прислал координаты, и прямо сейчас мы едем от администрировать алмазную деревню. Что ж, ребятки, поехали на этой алмазной машинке. Ох, что же я вижу, ребят, на горизонте? Я вижу эту самую алмазную деревню, я приехал! Здрасте, жители! Вы не обращайте внимания, что я так неумело вожу. Ладно, окей, меня зовут Компот, и я... Ты администратор нашей алмазной деревни! Да, как вы узнали? Я-то думал, сейчас будут проблемы, типа, не пущу, не пущу, ты кто такой? Да, я админ деревни, а что? Да не-не-не, все нормально, нас предупредил основной администратор деревни, сказал, что сегодня будешь администрировать ты. Ну, администрировать громко сказано, так, послежу за деревней. А что мне делать-то? И заехать вообще можно? Да, можно, вот, держи. Ух ты, а что это такое у меня в руке? Вау! Какой-то крутой кейс, а что это такое? Это, Компот, кейс админа. Тут лежат все админские предметики, штучки, которые тебе сегодня помогут в администрировании. Ну и также корона, ты же типа главный. Воу, вот это вот приятная вещь. Давайте наденем эту корону на голову и, блин, слушайте, смотрится прикольно. Ну что ж, я готов приступать к обязанностям и... О, тут пароль, а какой пароль? Пароль 111, можешь проходить. Так, пароль 111, ладно, хорошо, давайте для начала, ребят, зайдем в деревню. Так, двери открываем, и на моей чудесной машине... Что это за машина? Я не понимаю, потому что не особо разбираюсь. Жители, осторожно, я как бы тут немножечко криво вожу, только учусь. Главное теперь не промазать, ребятки, и ровно сюда заехать. О-о-о, что это такое? Я не понял! Ёшки, разбегайтесь там все, сейчас вас машины пришибет. Это что еще такое? Я не понял, жители, я... Вы что подвергаете админа опасности? Я, админ вашей деревни, только заехал в деревню и чуть не упал сюда в яму. Ну так ты, админ, возьми и почини. О, господи, ладно, хорошо, разберусь как-нибудь без вас. Что ж, ребята, вот наша первая обязанность, нужно починить это. Господи, что это такое? Давайте для начала вообще наш кейс откроем, посмотрим, что там. Так, какой там код был? 1111, поехали. Воу, не так уж и много предметов! Неплохой меч, слушайте, нормальный такой меч. На 1000 урона, принято. Я же заплетаться начал. Дальше, что это такое, админ ган, что он делает? О,
Я вспомнил, что это. У меня в одном из видео была такая пушка, ребятки. Это пушка, которая ломает абсолютно все блоки, даже бедрок. Представьте, и обсидиан, и бедрок, потому что вот такая вот эта админская пушка. Так, что у нас тут еще есть интересного? Топорик и бумажка. А, удостоверение админа. Буду всегда таскать его при себе, чтобы предъявлять вот этим вот алмазным жителям. Вдруг кто не в курсе, ребятки, того, что я админ. Ну и топорик, чтобы выделять, смотрите, вот так вот территорию, допустим, и писать, допустим, сет 0. Та-дам, дырка появилась. Слушайте, да с такими предметами мне, в принципе, даже и креатив не нужен. И, о, смотрите, ребят, в этой деревне есть маленькие жители, жители-дети. Это алмазные жители-дети. И почему они тусуются на грядках? Странно как-то. Ладно, хорошо, мы обязательно починим эту яму, только давайте для начала осмотрим деревню и вообще придумаем, где у нас будет кабинет админа. Где к нам будут приходить жители, жаловаться на какие-то проблемы или, наоборот, нас хвалить. Слушайте, эта деревня очень похожа на мою деревню по поводу расположения домов. Видимо, все деревни, в принципе, чем-то да похожи. Посмотрите. А это что еще за дыра? Ёшки-матрёшки. Я так понимаю, как админу это тоже придется исправлять мне. Да как же так? Ладно, окей, я на свою голову стал админом алмазной деревни, поэтому я, так уж и быть, все это буду исправлять сегодня обязательно. Опять какие-то дома. Пойдемте, кстати, в те дома, куда врезалась моя машина. Поэтому потихонечку подходим сюда, смотрим, что тут дома, дома. Опа, это что такое? Склад. Склад. А пароль какой? Кстати, я посмотрел, что лежит на складе, потому что мне нужно как-то починить эту яму. Может, у какого-нибудь жителя спросить? О, ты как раз пришел ко мне, молодец. В общем-то, у меня к тебе вопрос. У меня тоже к тебе вопрос. Слушай, Компот, там у меня в доме изумрудные блоки стоят. Пожалуйста, убери их, замени на алмазные. А, ладно, без проблем, я это сделаю. Я же сегодня админ, я сегодня за все отвечаю. Но у меня к тебе только один вопрос. Погоди, пожалуйста, ответь на него. Какой пароль от склада? Так это же все знают, наши деревни 2648. Спасибо большое, я обязательно займусь твоей проблемой. Только для начала давайте посмотрим, что лежит на складе. 2648. И окей, открыть и вау. Давайте глянем, что у нас на этом складе, вообще изучим хлам. Ну-ка, что тут и... Вау, как тут полно всего и... Что? Детские качели? Детские горки? И что это, детские игрушки? Вы серьезно считаете это хламом? Что? Кто это вообще выкинул, я не понимаю. Теперь я не удивлен, почему дети играют на грядках. Не-не-не, ребят, это не дело, я как админ сегодня обязательно сделаю им детскую площадку. Это не дело, кто-то даже мишку выкинул, представляете? Вот что за люди, я не понимаю, ребятки. Все, теперь этот мишка будет окружен любовью, добром и позитивом среди детей. Все, отлично, таблички так тоже пригодятся. Ладно, хорошо, давайте смотреть дальше, что тут еще. О, алмаз. Инструменты, пустой сундук, алмазы у нас лежат, и снова пустой сундук. Окей, не густо, я вам так скажу, главное не забыть пароль, и погнали теперь как-то восстанавливать дорогу. Это будет первая задача на сегодня. У меня задача, как вы понимаете, сегодня полным-полно, потому что сегодня, да, я админ, я забыл блоки взять. Я думаю, что я возьму с собой землю, гравий, ну и потом за остальным заскочу. Итак, первое, что я вижу, что тут вода каким-то фигом непонятным. Давайте ее прямо сейчас перекроем, и отлично. А эта вода вообще куда ведет? Так понимаю, из колодца и... Смотрите-ка, ребята, из колодца вся вода вытекла из-за того, что тут, видимо, трубу прорвало. Ну ничего, сейчас мы все залатаем. Та-дам, ребят, все, готово. Я пошел опять на склад, взял немного алмазных блоков и все тут заделал. Теперь нам нужно эту яму очень быстренько закопать, пока сюда никто не свалился, потому что явно место очень опасно. Увидели, я чуть сам не навернулся, да? Блин, слушайте, мне нравится админом быть. Если меня сейчас смотрят админы каких-то деревень, зовите меня, я с радостью проадминистрирую вашу деревню. Ой, житель, отойди. Я кем только не был, и президентом, и всем-всем-всем. У меня на канале так, кстати, полно персонажей, ребят, поэтому смотрите больше моих видео. У меня их больше 1000 на канале. Даже уже, наверное, больше 1500 на канале. Так, заделываем гравиевую дорожку, и все! Все-все-все! Наконец-то! Теперь тут все нормально, все по-человечески. Так, ребята, тут я еще кое-что натворил, пока тестировал всякие админские штучки, поэтому давайте тоже эти все ямы обязательно заделаем. Все, смотрите, теперь никто больше тут ногу не навернет. Так, теперь вторая задача, нам бы построить детскую площадку детям. Слушайте, ребятки, пойдите, пожалуйста, поиграйте в другое место, я вам сейчас тут такую детскую площадку крутую забабахаю, скоро вернусь, давайте, жду, когда вы разойдетесь, а пока что пойдемте, ребятки, искать дом этого жителя, который говорил, что у него в доме изумруды, их надо убрать. На самом деле, не понимаю, чего бояться изумрудов, но я как бы его понимаю, потому что он алмазный житель, а это... О, а это изумруды, вот они. В принципе, эти изумруды могу даже себе оставить, потому что они им не нужны в этой алмазной деревне, а мне почему бы и нет, в обычной деревне у нас их принимают. Так, я как раз тут видел кирку, и давайте, в принципе, этой киркой все поломаем там. Слушайте, иногда я забываю, что я админ, потому что у меня есть вот такая вот чудесная админская пушка, поэтому давайте ей... Воу-воу-воу-воу, не-не-не, все-таки ей не надо орудовать, я еще не научился. Она, видите, какая резкая, все уничтожает.
Ну да, смотрите, жители напуганы, жители убегают от этих изумрудов, как же они их боятся. Но это их не боюсь, ребятки, подумаешь, изумруды и изумруды. Так, вроде больше ничего тут нету, давайте все это застроим. И теперь осмотрим дом более тщательно. И вроде все отлично. О, кстати, ребятки, дети ушли с грядок, теперь тут можно оборудовать чудесную детскую площадку. И, кстати, я забыл про свой кабинет. Теперь это кабинет админа. Вот такие вот дела. Все, теперь сюда могут приходить жители, оставлять мне всякие заявки и так далее. Ну а теперь, ребят, давайте заниматься детской площадкой. Так, на этот раз на складе я возьму побольше песка, ведь это детская площадка. И также мне нужны лопаты, чтобы все раскапывать. И погнали. Для начала я удалю все, что тут есть, вот таким вот чудесным топориком. Смотрите, просто выделяю вот так вот территорию и прописываю команду set 0. Вот так, set 0, та-дам, все. Теперь можно заполнять все, в принципе, песком. Последний блок, та-дам, все. Теперь я могу установить детские качели. Также детские всякие горочки, качалки и так далее и тому подобное. Так, горочку вот сюда. Дальше вот такую вот качельку я поставлю вот сюда. Ну а сюда мы поставим вот такие вот игрушки для девочек и вот такие вот игрушки для мальчиков. Ну, в принципе, это общие игрушки, пусть кто хочет, тот и берет. Дальше обязательно песочный замок, это же все-таки у нас песочница, как-никак, верно? Ё-моё, какой он яркий. Ну и мишку, это будет символ нашей детской площадки. Все, ребят, у меня закончились все предметы для детской площадки. Дети, где вы там? По домам идите, играйте на детской площадке. А теперь самое время, ребятки, залатать вот эту вот гигантскую стену. И мне нужно больше алмазных блоков. Я уже здесь с алмазными блоками готов полностью закрывать эту дырявую стену. Шутки шутками, вы даже не успели поставить лайк, а я уже почти все, ребятки, заделал. Та-дам! Все! Теперь стена заделана. И слушайте, ну вроде мы много чего сделали. Вроде пока что жители не жалуются, все хорошо. Только надо свою машину отсюда немножечко убрать, а то что она тут стоит? Вроде все довольны, все хорошо. И его, смотрите, дети играют на площадке, и как же их много стало. Я надеюсь, им нравится новая детская площадка. Смотрите, с родителями вместе пришли. Всем весело на детской площадке, а я пойду пока что в свой кабинет. И да, скудненько. Но ничего страшного, я же админ всего лишь на 4 дня. Что ж, ребята, сегодня я стал админом алмазной деревни жителей номер, не знаю, какой тут уж номер. И уже через 3 дня приедет основной админ, и все, я снова перестану быть админом. Поэтому с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Я пошел еще раз прогуляюсь по деревне, буду за ней следить, но на сегодня все свои дела я выполнил. Всем удачи, спасибо, всем пока. Оцените в комментариях, какой я админ, хороший или плохой.